Я успел реализовать атаку, анимацию, потому что у меня было всего 3 часа на это. Уезжать уже в 9. Очень сильный хейт в сторону Михаила. Но мы на второй день были уже абсолютно никакие, потому что у нас ничего не получалось и все максимально хромало. Поэтому мы решили, что лучше поедем. И просто надеялся на то, что никто не обидится. Ох, ну наконец-то я отошел от этого хакатона, да и тем более подстригся, хоть теперь на человека похож, поэтому теперь можно записывать видос по хакатону в общем. Ну это получается мое первое видео с вебкой, то есть я вообще на телефон как бы записываю, ну ладно. Я ведь один использую телефон как вебку. В общем, в этом видео расскажу, как я поучаствовал в хакатоне. Вот тут если одеркалите, то все увидите. Все атрибутику, блин, уже показал. Ну и думаю, расскажу немного о себе. Меня зовут Никита, мне 19 лет. Я уже как год разрабатываю игры на Unity, выкладываю их на разнообразные площадки. Ну и параллельно тому, как я учусь разработке игр, я создал канал, на котором делюсь обучающими видео и своим прогрессом разработки игры. Также постепенно перехожу на Unreal Engine 5. До этого я участвовал в двух геймджемах с командами.